Агрофирма «Аэлита» представляет томат «Воловье сердце». Это великолепный салатный среднеспелый сорт. Плодоносит начинает на 111-116 день, дает плоды массой 150-300 грамм. Вкусовые качества отличные, томаты мясистые, очень сладкие, ароматные. Подходят для приготовления соков и различной кулинарной переработки. Урожайность высокая, от 6 до 8 килограмм на квадратный метр. Сорт устойчив к основным болезням культуры. Номер партии 16-250-04, количество семян 0,1 грамма. ноль одиннадцать сотых грамма на весах.